Я не боюсь никого из людей, но это нечто. Я боюсь его. Нет, я ничего не расскажу про этого психа, ага. Его здесь нет, так ведь? Да как эту хрень вырубить? Кровь стынет в жилах от того, какие бесчеловечные мысли могут скрываться за этой маской. Откуда такая хроническая, патологическая жестокость?